И всем привет, дорогие друзья, с вами Мистик Келлагер. Мистик, скажи всем привет, быстро. Здорово, тихо, погоди, энергию соберу сейчас, погоди. Подожди, ты собирай энергию, погнали. Я сейчас объясню, в чем рофл. В чем? Какой рофл? Никаких рофлов не знаю. Ребят, короче, вот то, что была предыдущая карта, где у Мистика так... знатно подгорела, которая пришла мне на почту. Сегодня днем пришла еще одна карта от этого же чувака. Я подозреваю, что она такая же непродуманная, такая же хреновая, но будет интересно. Мисс, смотри, если это того же чувака, я сейчас закрою сервер. Нет, подожди, стой. Все нормально. Все, смотри, на этот раз чувак подумал о тебе и выделил тебе отдельную комнату с твоими вещами. У меня была моя комната. Там не было твоей комнаты. У тебя было две. Да была у меня там комната. Там не было твоей комнаты. Под там землей была, я видел. Подобие на твоей комнате. Так что давай этот, иди туда. Да погоди, стоп. Погоди, я проверю. А, ладно, у тебя тоже такая маленькая комнатка. Окей. То есть ты думал, что тебя с комнаты обделили? Да, мало ли. Нет. Слушай. Чего у тебя там? Ничего снова. Просто записка, на которой написано: извини, но в этой серии ты снова будешь лохом. Че, прям серьезно? Да. Давай обменяемся книгами. Не давай... ломать блоки. Подожди, стой. Давай обменяемся книгами, которые нам дали. Да нет, у меня только правила и все. А у меня ничего. Ну и нормально. Ладно, читай правила, раз тебе их дали. Я бы с радостью прочитал правила, но ты прикинь, как помнишь, в прошлый раз мне звонили там, да, в домофон, так и в этот раз мне прикинь, звонит домофон. Прям сейчас? Раз, два, три. Прям сейчас звонят, да я побежал оттуда. Нифига себе, беги. Все, я здесь, Мистик, здесь, все здесь, здесь, Мистик, да, Мистик, я дышать, здесь. Это, господи, 30 километров в секунду бежать, это не так уж и ладно, сложно. Ладно, Яр, слушай, что тебе давай, дали? Что? Мне, ладно, еды дали. И все? И факел. Мне тоже еду дали. И факел. И палку. А, ну сною. И динамит. Да ты тихо, погоди. Да я хоть прочитаю, какие у меня тут палки есть. А, ладно. Погоди, а почему у меня нет брони? Не додали. Да тихо, погоди. Чуть-чуть не додали. Я тебе поставлю, алло. Не додали, ай-яй-яй, не додали. Ну хотя бы ты мои вещи не заберешь, и то можешь, значит, тебе просто по морде бить и все. Воу! Опа. Это как? Как так-то? Эй, иди сюда, зайка. А ты сам умираешь или нет? А? Тут так по-дебильному смеялся, я не понял. Да погоди, мы карту-то будем проходить или нет? Да подожди, мы уже заняты прохождением карты. Начало! Извини, лагерь, но я не собираюсь ждать, пока ты подорвешь мою жопу, поэтому я пойду проходить карту, а ты это... Да подожди, мне же надо как-то войти. Подожди, стой. Братан. Эй! Ты будешь наказан, если будешь вести себя плохо, погоди. Авторка... А, погоди, у нас сюда лопатки. Один-один. Почему автор? Автор, ты меня предал. Почему у него та же лопата оказалась? Так, не обижай автора карты! Автор! Нет! Так, ну скажи хорошие слова автору карты, пожалуйста. В смысле лагерь победил? Как так держать-то? Да как-то так, как-то так получилось. Давай подорвем эту штуку. Ну ладно, по-честному ты сам знаешь, что ты проиграл, так что... Я не проиграл! А я паркурами займусь, ты не сможешь взорвать его. О, погоди! Автор карты, ты просто гений. Ты решил подразнить лагерь. Я не смог. Это лучшая карта в моей жизни. Я надеюсь, что здесь будет оценка миллион. Я очень сильно рассчитываю на то, что будет оценка миллион. Че за бред? Я буду читать комменты у лагера, так что напишите, пожалуйста, если вы видели... Что за... Это не я. Первую серию, если вы видели у меня нового проекта «Гордая подписчика», напишите, как вам она и что-нибудь. Я почитаю вам лайки. Господи, вот. А что за взрывы-то были? Кому тут должно было глаза жопу подорвать? Явно не мне. Я летаю, я табличка. Так. Оу. Оу. Хорошо. Оу. Пока... Оу. Пока что... Да какого черта? Я прошел! О-о-о! Победил Мистик! Где написано, что Мистик победил? Это у меня в душе написано. Нет, не написано. Да, да.
Я чувствую, что ты меня пытаешься обмануть. Ладно. Какой Тесла Лагер выпустил видео про мою первую карту? 4 апреля. Да. Это было вчера. Это было позавчера. А, это было вчера. Да. Позавчера мы ее снимали. Так, смотри, кто вы? Речные раки, мистики, лагер. Один большой лагер. Один большой лагер. Это было прям, знаешь. Просто у тебя это раздвоение личности, вот. И ты умеешь говорить двумя голосами одновременно, и еще играть двух компов, и убивать самого себя, и смеяться. Слушай, а потом плачешь, да? И что у тебя нет друзей, потому что... А знаешь, что самое обидное? Что? Так оно и есть, да? А, да хорош, ты че? Ты не на того нарвался, я же сильная сторона большого лагера. Друг, у тебя уже даже брони нет, ты это понимаешь? Тогда это и есть самое обидное, что у меня закончилась броня. Ну, а друг, твоих... ну хватит, погоди, сейчас что-нибудь нажму! Сейчас что-нибудь не то нажму! Ладно. Я предупреждаю, тихо. Видишь, этот... Ну, я тебя сейчас забросаю. Ну, вот этого я, конечно же, боюсь, вот этого, то, что забросаешь. Ладно. Какой мой ник в Ютубе? Давай уже, наконец, выберем. Давай, я думаю... Я не помню, чувак. Супер-рупер. 12.09 или... Или, давай 1209 год на Руси, а тут все 1209, слушай, да, я в тупике. Либо горлон, либо супчик, либо супер-рупер. Подожди, стой, секунду. Я за супчик. Да что ж ты делаешь, я бы пошел посмотрел ник, с которого он прислал на мне почту. Не-не-не, погоди, супер-пупер. Нет, ой, да, а как так-то? Не жми кнопки, погоди. А как так? Плачу зубами своими. А как же волшебная палочка? О нет, друг, что же... Друг. А что же эта кнопочка делает? О, как не... Ой-ой-ой-ой-ой. Ты... Я тебя все равно убью. Погоди, а что ты не умираешь-то? А, погоди, ой, как меня тошнит-то, ё-моё, я ничего не вижу. Что ты натыкал-то, лагер? Что ты натыкал-то, а? Зачем ты тыкаешь-то? Что ты натыкал-то? Подожди, а кнопки дальше работают. Ты меня натыкай-то, хорошо? В смысле работает? Погоди, мне жопа вообще какая-то происходит с экраном. Хорош, прекращай! Фух, я выжил. Господи, лагер, ты ж понимаешь, что это... А, я нашел ту самую кнопку, которую нужна! Знаешь, тут нам по очереди дают режим бога и проверяют, насколько мы хорошие друзья. Мы с тобой плохие друзья. Давай, может, карту пройдем. Господи, что с тобой происходит? Скажи мне, ты выглядишь не очень. Меня тошнит, я горю, меня кружит, и я не могу летать и есть птиц. Давай я избавлю тебя от мучений. Хорошая кнопка. Спасибо большое, друг. Вот это было великолепно и как? Детка веселее! Что за? Подожди, там же было написано, когда наиграешься, чтобы тебя освободить. Что за? А я убью тебя любым способом. Подожди, почему так? Так не должно быть. Я нажал на кнопку, фух, я выжил. Почему? Почему нас так вернуло? Мне нравится эта карта. Это лучшая карта просто. Это карта, понимаешь, это карта от того же чувака. Почему? Почему он так поступил? У него тоже раздвоение личности, как и у тебя. Один любит меня, один тебя. Так, хорошо, а здесь что делать? Ага, тут ростоновый блок. Друг, который делает эту карту, спасибо тебе огромное. Ты мне сегодня... Подожди, Яр, это ты открыл или... Это магия моих кудрей. Подожди, это я тыкнул, что ли, факелом? Нет, это ветер подул на мои ноги волосатые, и они сыграли симфонию Баха. Это очень странно. Уходи отсюда, уходи. Давай тогда! Злой мистик! Знаешь, я тебя сейчас заболю. Так, погоди. А здесь наркомания, а там оценка карты. О, погнали. Я не знаю, где мы. А, это конец, смотри, там, по идее, идет у нас... Ай, да, прекрасно. Спасибо. Ты не попадешь! Как так-то? Подожди, там что, оценка карты, что ли? Подожди. Где? Да, там это была моя вторая карта. Спасибо за прохождение, Дайер. Это конец.
Слушай, ну на самом деле я понял, что не обязательно строить прям красивую карту с какими-то супермощными испытаниями, чтобы это было весело и интересно, правильно? Эй! То есть тут он подошел креативно. Он схалтурил. Использовал как-то некоторые такие вот стороны интересные. И, блин, я вот серьезно скажу, что я повеселился как никогда, наверное. Братан, это, карта, это была крутая карта. Это офигенная карта, я здесь бил лагера, это просто великолепно. Он схалтурил, здесь не тройная, как в прошлый раз, Туркомания. Так, мужик, у него было часа, наверное, два на то, чтобы построить эту карту. Он тянул ее сразу практически. Вы понимаете, такой прикол, что мы выпустили карту на следующий день в 12 часов пришла новая. Я просто в шоке. Огромное спасибо тебе за эту карту. Будем за третью часть. Третью часть, давай. Так, подожди. Где будет, короче, а теперь... Время объективности. Так, смотри. Так, ну, давай-ка так. Дизайн карты хромает. Угу. Так. Знаешь, как бы испытания не отличаются своей разнообразностью. Угу. В смысле? То я тебя убивал. Подожди. Тут знаешь, типа теперь давай, я чувствую себя на этой карте как бы униженным. Чуть-чуть ущемленным. Да, обычно это как бы бог на картах, так. Да, а тут тебя как бы сделали равным. После этого... Что-то не так. Подожди. Потом мне не нравится... Так, что-то слишком много... Золотой цвет, нравится, поэтому... золотой Закончим цвет, смотрите, на там испытании. Я ставлю два! Здесь нету! Два! Нету! Я должен поставить два! Я поставил два. Почему меня убили? Я не знаю! Не, автор карты, я, конечно, все понимаю, но мне кажется, я выбрал пятерочку. И за пятерочку я не должен умирать. Я нравится двойка. Хорошая оценка для карты, я считаю. Ой, ну хорош тебе уже, ё-моё. Ладно, все, хорошо, два, тогда один. Да. Ну, как бы один даже, три. А четыре? Нет. Как бы, ладно, я ставлю оценку от одного до четырех. Как бы меня устраивает фиг вполне. Ты подойдешь теперь к оценкам, ты козел, слышь, ты, падла, давай, кто со мной? Ну давай, давай, я не нажму. Смотри, сейчас слева и справа. Эй, тебе нельзя так далеко выходить. Тебе нельзя выходить, слышь, ты как вратарь, даже ты не вратарь. Куда нельзя выходить, куда ты поплыл, деточка моя? Беги! Ты почти смог. Ладно, смотри, я отвернулся на 3 секунды. Раз, два, три. В смысле? Ты даже не отвернулся. Ладно, хорошо, подожди. У меня есть идея. И что дальше? Нет, ты там этот, охраняй. Я охраняю. А, ты, падла, тормози! Не смей искать те кнопки! Ты козёл, погоди! Сейчас всё будет. Главное не перепутать. Я не перепутал. Ваня, я не буду возрождаться. Ох, отличная карта. Ладно, типа, ладно, 3 балла она заслуживает. Я, в принципе, троечку поставил. Пятёрка. Так что, ребятки, если вам тоже понравилась карта от этого разработчика, от этого создателя, то, конечно же, ставьте лайки. И, может быть, он выпустит 3-ю карту. Я не знаю, да. Типа. Да, так поэтому... что ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш канал. Также, смотрите, здесь сейчас вот в конце вот справа будет этот видосик. Это называется «Город подписчиков». Новый проект, если еще не смотрели, то обязательно посмотрите. С вами были Мистик и Лагерь. Всем удачи, до новых встреч. Мы вас любим. Это такой вот пока, момент, пока. Да, ты должен держать был цветочек в руках, а не... Я удаляюсь. Знаешь, как в фильмах, да, типа, я ухожу. Удаляюсь. Фух, теперь можно и умереть спокойно на лагере рядом. Давай ты взорвешь карту, типа... Бум. Пока! Я видел слабый взрыв, ладно. Сойдет, за взрыв карты сойдет. Нормально. Всем пока. Пока.